Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о телевизоре от компании LG. Модель 70 UK 6710. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я старался собрать всю информацию для этого обзора и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Диагональ экрана 70 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит с технологией FRC, частота обновления 50 Гц. Чем выше разрешение, тем выше детализация изображения. Разрешение телевизора LG UHD в 4 раза выше по сравнению с телевизорами Full HD. Телевизор LG UHD точнее передает цвета и одинаково качественно воспроизводит контент, где бы вы ни сидели. Четырехъядерный процессор устраняет помехи, повышает резкость и даже улучшает качество изображения с низким разрешением до уровня 4К. Технология Ultra Luminance от LG повышает насыщенность изображения, затемняя темные участки и делая светлые участки более яркими. Active HDR 4K — это новый стандарт качества изображения. Он обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу с расширенным диапазоном контрастности. Телевизор LG UHD поддерживает несколько форматов HDR, в том числе HDR 10 Pro и HLG Pro. Телевизор LG интеллектуально обрабатывает каждый кадр, выполняя динамическую оптимизацию. Поэтому контент в формате SDR, стандартный динамический диапазон, может воспроизводиться с качеством, близким к HDR. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора — 295 сантиметров. Благодаря стильным металлическим рамкам телевизор выглядит еще более современным. Размеры телевизора — 157 сантиметров в ширину, 91 сантиметр в высоту, толщина — 7 сантиметров, вес — 32,5 килограмма, цвет — серебро. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 600 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один компонентный, один композитный. Два USB 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ. 4 HDMI 2.0, один слот CI+, 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход – Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS 4.0. Технология распознавания речи, которой оснащен LG UHD TV с AI, облегчает доступ к контенту и сервисам. Теперь искать их стало намного проще. Телевизор слушает ваш запрос и обдумывает ответ на него. Узнайте, каким образом LG UHD TV с AI изменит ваш подход к просмотру телевизора. Теперь не нужно листать сотни ненужных каналов в поисках своих любимых, теперь просто вслух попросите LG UHD AI TV найти необходимый вам контент. Сложности с настройкой. LG UHD AI TV всегда готов прийти на помощь и запустить игровую консоль. Просто попросите его. Качественный телевизор невозможно представить без качественного звука. Эта технология создает несколько виртуальных каналов для сверхобъемного звука. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика. Я посмотрел отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели данной модели. Нет насыщенных, ярких цветов. Иногда теряет Wi-Fi, при попытке подключиться повторно слетает еще и пароль. Качество картинки плохое в целом, цвета безобразие полнейшее. Хотелось бы чуть больше контрастности. Настройка True Motion делает изображение очень плавным, смотреть в первые 5 минут приятно, но потом становится заметным микроподрагивание картинки. Картинка как в тумане, 4К и не пахнет. С Ютуба весомые ролики тормозят ужасно. Буду объективным и расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах об этой модели, которые, кстати, часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Размер впечатляет, так что рекомендую. Сверхудобный пульт, отличное изображение. Интернет подключен по проводу, тормозов не наблюдалось. 4К фильмы из Иви идут на ура, без лагов. Ощущается эффект присутствия, глаза прямо отдыхают. Отличный объемный звук, насыщенная и чистая картинка. Очень много настроек, можно настроить именно под себя. Если вы являетесь обладателем данного телевизора, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого телевизора. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!